Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный южный день. Смотрите, какая погода. Привет, привет. Я в Питере все время сидела, вызывала солнышко, и оно выходило. А тут сижу, вызываю дождь. И сразу же услышала гром, шандарахнул, и приплыли, смотрите, какие тучи. Прям грозовые, петушки кричат, курочки. Красота. Юлька пришла с леса, притащила опять ежевики, 5 литров. Ну, эту бутылку большую взяла, эту пластиковую, вот такую. И полную принесла ежевики. И сейчас сделали 4 банки 800-граммовых варенья. Вот, так что на зиму у нас полный холодильник уже забит ежевичным вареньем, сливовым вареньем. Мяты вообще насушили на 10 лет вперед, и ромашки. Я еще принесла немножко кизила. Видите, этот уже высох. Так, когда чай пьешь, немножечко добавляешь. А этот свеженький только что принесла. Ромашечка уже высохла, ее можно относить. Было утром, ну как утром, часов, наверное, в 11, была температура, а этот сверлит целый день, наверное, с 6 утра. Утром была температура 36, а сейчас резко похолодало, 32. Видите, что значит я вызываю дождик? Красотища! Вот варенье ежевичное, 4 баночки. А у нас с вами пятница, 19 августа 2022 года. Сегодня у нас преображение Господне, яблочный спас. Поздравляю, мои любимые, с этим праздником. Пищат малые, хора. Вообще не хочется сидеть в вольере. Она всю ночь спала вот здесь, на кресле. Я в 6 утра вышла, она тут дрыхнет. Вообще выбирается оттуда сама. А вчера Юлька говорит, я ее оставила. Не хочет она там спать. Малых там закрыла. Вот, а сама тут дрыхнет всю ночь. Вот такая вот у нас собакения. Хочу вам прочитать свой стих, только что написала. Укрылся бархатом рассвет, и я в нем всецело растворяюсь. Во мне лишь он, иного нет. Я каждой клеткой улыбаюсь. Все запахи, сверканье звезд, все звуки и дыхание лета. Меж нами растворился мост. Одно я и природа, одно я и природа это. Все свет любви, дыхание Бога, все без начала и конца, все без любви совсем у Бога. Мы проявление Отца. Поставила такие картиночки. Это вот это места, где мы сейчас живем. Меня так успокаивает этот чай мятный, что мне кажется, что я постоянно такая сонная. И поставила музыку красивую. Уже 15 моим друзьям нравится. Кто-то даже что-то написал. Ой, Ирина, ты все моложе, а стихи твои все лучше и лучше. Очень радуюсь этому. И ты догадываешься, почему. Верочка Калинина, моя любимая подружка ВКонтакте. Эльдар Хайрулин написал, просто прекрасно. Светлана Аладина написала, какие чудесные строки, великолепно. Спасибо, Светочка. И Верочке спасибо, и Эльдару всем спасибо. И Ирина Столбовская написала, красиво прямо. Спасибо, Иришечка. Вот так вот, мои любимые. А
Хрита там душит своих детей. Пойду ее выпущу. А то она их прибьет всех. Вот так вот манипулирует. Она заметила, что когда она их придушивает, они пищат. Юлька сразу же бежит и ее освобождает. И поэтому она теперь так и делает. Когда хочет вылезти из вольера, она начинает их придушивать. Вон она там под деревом с малявками. Видите, а чувак там ползает с 6 утра, придушивает. Хора, спишь? Спишь, чудо мое? Давай тебя выпущу. Так и быть. Что-то она плохо ест. То ли чем-то траванулась. Какую-то гадость сожрала, как всегда. Тоже не знаю почему. Он придушивает. Видите, не хочет, чтобы они у нее сосали. Хора! Пошли! Выходи. Харе издеваться над детьми. А ты давай заходи. Так, зашли. Зашли. Персик, зашли. Персик, зашли. Они пошли в миску есть. Персик, иди. Иди. С Богом. Видите, они все залезли в ее миску и едят. Юлька там сейчас положила кашу с молоком и с этим, с овсянкой, с яйцом и ложечку меда. Вот они, хвостики. Кушают. Какие они смешнючие. Не могу, хочу еще поснимать. Как они хвостиками дрожат, кушают. Все четверо. Все говорят, отдавайте их уже. Я сказала Юльке, давай отдавать. Она сказала, нет. В 2 месяца. А им 2 дня назад исполнился месяц. Вот она траву жрет. Какой-то гадости нажралась. Теперь ничего не хочет есть. Смотрите, какая худющая. Немножко сегодня поела каши. А сейчас травку ест. И глазик у нее болит. Где-то она укололась. Или не знаю, что у нее. Хора, Хора, что с глазиком? Ну, уже получше сегодня. Хотят выйти пескуны. Пескуны маленькие. Все, наелись? А тут там, как взрослый, этот уже все крышу доделывает. Может, скоро перестанет уже сверлить. Видите, она выбирает эту осоку, вот такую ровненькую травку. И кушает. А эта травка такая, как колючка. Как колючками. Она потом внутри у нее в животе там, как этот самый, как наждачка, все чистит. И все. Всю гадость, которую она ела, выкидывает. Боже, как красиво. Сфотографировала. Дождик. Мы тебя ждем. Дождик. Красиво. Очень. Ходит везде, травку ест. Хорочка. Мое солнышко. Не знаю, что она в лесу, может, что-то сожрала, когда с Юлькой гуляла. Сейчас плохо себя чувствует. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного дня, прекрасной пятницы. Ну и, конечно, выходных предстоящих. Люблю вас. Пока-пока.